Вопрос. Мне 42 года. Как с помощью интервального голодания снизить холестерин? И полезно ли есть сырую овсянку и кефир? Прочитала в интернете, заинтересовалась этим. Ну, во-первых, вам 42 года, у вас хорошо работают яичники. Они делают женские половые гормоны, эстрогены, которые защищают интиму кровеносных сосудов от обрастания холестерина. И вас не должен, в принципе, интересовать этот вопрос, но вы почему-то посмотрели свою липидограмму и увидели, что там высокий холестерин. Также нужно посчитать индекс атерогенности, соотношение липопротеидов высокой плотности, так называемый хороший холестерин, его должно быть достаточно, и липопротеидов низкой плотности, так называемый плохой холестерин. Вот он может быть действительно высокий, но там есть большое количество различных причин, на которые нужно обратить внимание. Ну давайте. Первое. Возможно, вы мало двигаетесь, и вы не тратите холестерин на построение тела. Возможно, у вас желчный застой, и, соответственно, вы не отдаете холестерин с желчью. Возможно, у вас гипотиреоз, и, соответственно, тоже это первый признак. В результате гипотиреоза быстро очень растет уровень холестерина в крови, и так далее, и так далее. То есть это тоже нужно четко понимать, и в этом нужно разбираться. И это мы делаем в системе «Старости нет», раз вы уже обратили внимание, то вся четвертая ступень системы «Старости нет» — это об этом, о холестерине, о том, как он нам полезен, но при этом, как мы можем на него повлиять, а точнее на его способность окисляться на наших кровеносных сосудах. Вот при чем тут овсянка и кефир? Ну извините, хоть тресни, я вообще не могу понять. Может быть, потому что овсянка не содержит холестерин, но в кефире, как в любом продукте животного происхождения, какое-то его количество есть. Но да, это вот вообще не важно на самом деле. Важно, как вы отстроите свое питание. У вас должно быть питание по вашей физиологии, по вашему количеству физической нагрузки, по вашему количеству стресса и так далее. Это все подбирается вами индивидуально, вы для себя в системе «Старости нет», когда лучше начнете понимать себя. Ссылка под этим видео. Просто присоединяйтесь.